В Махачкале стартовал международный оперный фестиваль «Музыка любви» с участием приглашенных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Франции и Финляндии. Первая постановка, обрадовавшая зрителей, «Иоланта», последняя опера Чайковского, она была написана по драме Генриха Герца «Дочь короля Рене». Это трогательная история слепой девушки, получившей исцеление благодаря любви. Образ Иоланты – символ душевной слепоты людских сердец, спасти от которой может только сострадание и любовь. Зрители удивили не только красочной постановкой и голосами артистов, но и живой музыкой. Здесь очень много философских аспектов, и это не только очень красивая музыка, не только сказочный сюжет, это по большому счету опера о добре и зле, о правде и лжи. И эти вопросы, они актуальны, как были и во времена Чайковского, так же и в наше время. И вот эта слепота героини, для меня это вот ложь, которую ее окружили все придворные, она преобразуется в дальнейшем и несет свет всем людям.